Доброе утро, Новосибирск! В эфире программа «Команда Фит» и я, ее ведущая Юлия Борзина. Сегодня гость нашего телезала – фитнес-тренер Ольга Драчева. Оль, а сейчас так много различных тренировок, и вот посоветую, какую бы выбрать, чтобы был эффективный результат, например, в похудении? Я советую все-таки комбинировать силовые тренировки и кардиотренировки. Они будут больше давать эффекта, а в конце можно сделать заминку в виде растяжки или стрейчинга. Вот это вот самый оптимальный вариант – использовать все виды тренировок в одной. Олечка, спасибо большое за рекомендацию, мы ее оценили. Ну что, готовы начинать тренировку? Готовы. Тогда поехали. И мы начинаем. Шагаем марш. Правая нога. Правая, правая, правая. Еще немножко. Шагаем, дышим. Руки добавляем, вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Последний раз вдох. И начинаем приседать вниз, наверх. Вниз, наверх. Еще вдох и выдох. Вдох, выдох. Еще 4, 3. 2, 1. Добавляем ногу на носок. 4, 3. Таз тянем назад. Дышим ровно. Еще 4, 3, 2, 1. Добавляем пружину вниз. 3, 2, 1. Выдох. Еще вдох. Пружина вниз. Еще вдох. И выдох. Еще 2 раза. 3, 2, 1. Последний раз. 3, 2, 1. Меняем ноги. 1, 1. Вниз, вверх. Вдох и выдох. Еще. Последние 4, 3, 2. Добавляем пружину вниз. 3, 2, 1. Выдох. 3, 2, 1. Выдох. Еще 2 раза. Последний раз. Шагаем, дышим. Немножко продышались. Выдох. Еще вдох. И выдох. Выпад назад. Ставим ногу назад на носочек. 1, 1. Вниз, наверх. Еще. Работаем. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И добавляем пружину вниз. 3, 2, 1. Встали. 3, 2, 1. Наверх. Еще 2 раза. Последний раз. И добавляем мах назад. 3, 2, 1. Мах. 3, 2, 1. Мах. Руки в стороны. Дышим ровно. Еще. Последний раз. Меняем ноги. Можно даже пошагали, продышались. Меняем ноги. Руки на пояс. Поехали вниз. 1, 1. Еще вдох и выдох. Вдох и выдох. Еще 4, 3, 2, 1. 3 пружины вниз. 3, 2, 1. Выдох. 3, 2, 1. Выдох. Еще 2 раза. Последний раз. И добавляем мах назад. 3, 2, 1. Мах. 3, 2. И последний раз. И выдох. Вдох. Дышим спокойно, ровно. На этом все. Благодарю вас. Спасибо большое. Друзья, главное богатство – это здоровье. А команда «Фит» на страже вашего хорошего самочувствия. Не пропустите нашу следующую программу на канале ЭНСК 49. Пока-пока.